100 в английском языке переводится как 100, то есть одна сотня. Если ты хочешь сказать 200, то есть две сотни, ты говоришь 200. 700, то есть 7 сотен, ты скажешь 700. 1000 в английском языке звучит как 1000. 2000, ты скажешь 2000. 7000, 7000. 1 миллион на английском языке звучит как 1 million. 1 миллиард, 1 billion. Если ты хочешь сказать сложное имя числительное сотнями или с тысячами, сначала ты говоришь самое большое имя числительное, потом десятки и самое маленькое. Например, 567. Ты говоришь 500, 500. Далее ты обязательно говоришь союз and и говоришь 67. 67. Получается 500 and 67. Если ты хочешь сказать имя числительное 7890 на английском языке, сначала ты говоришь о тысячах, 7000, 7000, далее о сотнях, 800 and 79. Количественные имена числительные употребляются без артикля. Например, I am 12 years old. Мне 12 лет. Как видишь, перед словом 12 никакой артикль не ставится. Порядковые имена числительные, о которых я тебе расскажу немножко позже, употребляются с определенным артиклем the.